Всем здравствуйте, поклонникам Пинаклю. Многие вопросы задают, я смотрел по интернету, это Corel, но Corel на это на базе Corel сделано, потому что Corel выкупили эту программу. Она на более отличается, то до 20-й версии. И как бы это в 20-й версии 3D не ставится, как здесь, ну и нету программы, они как бы не устанавливается с этой версии, даже до 21 версии эти вот это не устанавливается полностью. Некоторые есть переходы, все как бы это нет никак. Если устанавливают, значит устанавливается. Она собранная, не скопированная ни у кого это полностью. Она как бы сам я ее собрал по крупицам полностью со всех сайтов скачивал, ну и где-то с официального сайта скачивал, где-то какие-то программы, ну как бы дополнения, все остальное, и полностью сделал, как бы работает. А то многие копируют, как попугаи, просто-напросто скидывают одно и то же. Сколько смотрел, сколько сайтов, я, блин, уж спорил со всеми. Но смысла нет, они скачают видео у кого-то, потом они и показывают, что они типа как-то загружали все остальное. И у меня такого нету, полностью рабочее устанавливается. Как не полностью автоматически, но все равно. Так, как 20-я версия, она полностью автоматически. Здесь надо вручную контакт полностью устанавливать. Полностью контакт устанавливать. Кроме как заводских. Там дополнение 747, по-моему, у меня гигабайт. Так, чтобы работало очень хорошо. Ну, я не знаю, например, кто-то занимается очень видео, фотографиями. Ну, короче, это профессиональная программа, так что не надо скачивать фотоэффекты, аудиоэффекты, там все остальное. Все здесь есть, по крайней мере. Можете добавлять, скачивать какие-то аудио-видео, звуки и все остальное можно сделать самому. Просто-напросто. Так, настройку, по крайней мере, все знают. Но все равно экспорт, вот в основном экспорт, чтобы не тормозило, куда поставьте. Если поставите Intel, ну там Intel надо и с i5, чтобы начиналось, или просто поставьте 2900, лучше 3000-ник Celeron, Pentium, если у кого-то денег нет. Но у меня стоит Pentium, а не Pentium. Celeron стоит, поставил, у меня в принципе работает, хватает. Но мне чем отличается система у меня стоит полностью для рабочей станции. Я ее долго искал, нашел, но буквально, наверное, года 3 назад вышла. Она отличается ото всех версий, полностью ото всех версий для рабочей станции. Здесь, ну там видео у меня есть, посмотрите, она более открытая, но она и открытая по деньгам, естественно, 24 тысячи стоит. Но она у меня есть в YouTube видео, и полностью у меня есть ссылка, где можно и платную скачать, и бесплатную скачать. Платную это полностью скачивать, потом покупаются ключи, но она только активируется через интернет. Но у меня есть, конечно, та, которая уже готова и активирована. Но в принципе включите, летать, ну, одно удовольствие, честно сказать, работать с нею. Так, что дальше? Здесь проекты, которые вы делали, естественно, здесь показывается. А вот эти проекты, которые вам надо достать, видео, которое вы хотите, или скачали, или у кого-то кому не сделали, чтобы переделать на свой лад, просто-напросто. Ну, многие это делают, ну, как бы для новичков они, ну, и бывает такое. Вот. Ну, давайте поставим, пусть пока. Что я сделал-то? О, что-то я затупил совсем. Заговорился. Так, пускай стоит, пока загружается. Так, сразу по экспорту объясню. Так, по экспорту. Что-то я посмотрю, там какой-то бред кто-то несет непонятный, блин. Ну, практически она делается автоматически, ставится вот так, совпадает, что вы сделали, какое видео сделали, например, такое оно и будет. Вот что здесь, вот оно то же самое. У меня запись просто идет, маленько тупит. Вот, полностью не будет тянуть слова, как бы когда ставить, если видео будет переделывать, там все остальное.
Естественно, здесь у стати 20, ну, как стерео, моно, там все остальное 16 бит, 8 бит не надо, лучше 16. Вот это ставить не надо, потому что будет долго думать и тупить просто-напросто. Если вы не хотите делать автоматические настройки, здесь можете качество вот так вот сделать. MP4 то же самое поставить. Аудио не надо, потому что одно аудио только запишется просто-напросто. Так, что дальше у нас? Вот, Ultra HD 180 на большой экран, естественно, дольше будет. И здесь 4К, смотрите сами, здесь по пространству сразу, ну, Ultra есть Ultra. 4К тем более, но она не отображается, я сколько пытался сделать, она в не в биосе, а в этом... А в Ютубе она как бы это не отображается. Отображается в другим программе, когда делаешь. Перезаписываешь полностью клипы и все. Ну, здесь AVI для MP2, MP4, вот это вот Flash Studio. Ну, в принципе, вот здесь вот можете, чтобы не засорять C свою, здесь был, можете, вот я вот поставил специальную папку работы, и вот так вот она у меня как бы здесь, она у меня полностью записывает. Видите, как видите, я записываю балдикамом. Ну, я его не, как сказать, рекламирую, проще сказать, но она мне так просто удобнее работать, а то, ну, как бы привык, там уж можно что с ней сделать, там ишь уголочек там, ну, посмотрите сами, тоже у меня есть видео. Так, что дальше еще? Ну, здесь по экспорту объяснил все. Здесь вот покупку не надо, наличие обновления убирать вручную, лучше вообще не надо делать обновление, так что как бы ключи слетят. Вот здесь, если у вас замок висит, а здесь вот вот он, пинаклю. Вот он, кряк, естественно, от имени администратора. Вот он. Чтобы запустить программу, надо кряк сперва сделать. Вот студию вытаскиваете на рабочий стол. Потом от имени администратора, и она в ключе ставится, все начинается работать полностью. Так, что еще? Ну, в принципе, вот это, по крайней мере, вам она не нужна, потому что если вы обновите, у вас полностью след от ключи, вас учить не надо. Интернет-магазин тоже не надо залазить, лучше скачать без интернета. Там, с интернетом, я думаю, ну, контакт может кому-нибудь там может скачать. Но я говорю сразу, что она у меня уже полная версия работает. Сразу я показывал, что в том видео показывал, что вот они ключи, сразу все полностью вставляется, все рабочее. У меня там, который контакт, ну, контакт, это репо ключи стоят, у меня не один ключ, это там, ну, много ключей просто-напросто. Так что там одним ключом не надо ставить, все рабочее. Так, по поводу редактирования. Мне тут спрашивали, как сделать на 2. Можете вот так вот сделать. Вот. Можете вот так сделать. Полное. Вот. В принципе, ну, по крайней мере, ну, ничего сложного нет. Вот. Так, здесь вот два раза, когда нажимаете, вот он, у вас настройка полностью, музыка там, микшер. Ну, здесь полностью идет. Как звук можно добавить, как можно убавить, как эффекты, вот все можно. Ну, долго надо разбираться, долго, естественно. Ну, в принципе, ничего страшного, если долго мучиться, чего-нибудь получится. Плавное движение здесь, посмотрите сами. Так, что еще здесь можно сделать? Переход. Если у кого-то половина переходов не работает, значит, вы что-то неправильно сделали. Или у вас просто корявая, как вам сказать,
Пинаклю у кого-то скачали. Ну, у меня, по крайней мере, такого беспредела нету. Здесь все работает у меня. Все полностью. Здесь много их, конечно. Тех, которые не устанавливаются у кого-то, но они у меня все идут. Желательно десятку, если скачивать, если устанавливать, чтобы десятка 15-го года была, потом обновить. Это полностью все 2000 устроится, установится сюда. Или на семерку. Не знаю почему, но почему-то это... как-то... На десятке полностью все не устанавливаются, не знаю почему, но на 15 только, 15.03 десятка устанавливается, а на этой почему-то все не устанавливаются. Так, здесь можете, естественно, вот так вот переделать, как хотите. Здесь раз, можете на этот лад поставить, можете на этот лад поставить. Так, что там, смотрите дальше. Вот, потом... То же самое расширить вы можете вот так вот уже для определения вашей работы. То же самое, два штуки можно. Ну вот здесь в принципе все. Ну, в принципе, здесь ничего сложного нету, но по крайней мере, как бы это, ну, месяц у вас уйдет, естественно, чтобы что-то как-то делать. Так, что? Там девушка какая-то по интернету писала титры, не может поставить титры. Ну, по крайней мере, здесь титры, ну, для работы, в принципе, хватит. Ну, на семерке, конечно. Может, другой 3D поставить, там можно более поздние версии поставить. Там, по-моему, с 21 версии можно еще то сюда поставить. Так, что... Если вы, вот смотрите, сейчас я покажу. Девушка писала, что не может сделать, здесь вот поставить. Вот, вот. Здесь у меня нету. Что-то я, по-моему, не сохранил. Ну ладно, не получается. Так. Через кэш у вас не получится, чтобы так взять и поставить и скопировать, ставить, например. О, вот, вот. Вот. Здесь он, ну, видите, никак не получается. Хоть вы убейтесь, ничего не получится. Я тоже как не пробовал. Но придется вот, просто чисто вручную ставить. Прежде чем сделать какую-то вот сюда ставить, раз, там, можно подчеркнутую поставить сразу и поперли. Вот это вот так вот устанавливается везде. По крайней мере, вот в моем случае она только так делается. Может, ну, у кого я не пробовал, то же самое и на 17 пробовал, и на 20 пробовал. В 3D, что в 3D мне нравится, здесь можно хоть как, что ты хочешь и как ты хочешь сделать. Ну, вот. То же самое и поперли. Цвет, текстура, здесь все самое здесь можете сделать. Так, что еще? А здесь вы можете звук, естественно, отключить звук, как бы убрать его. Вот удаляем, можете, и сейчас покажу. Наверное, практически все знают уже. Ну вот так вот. Закрываем. Музыка у меня совсем другая была. Здесь музыка совсем другая. Ну да, маленько притормаживает. Можете убрать звук, то же самое удалить. И даже то же самое можете здесь вот обрезки отсток это удалять. Но я вот эти вот так вот делаю, сколько мне надо, я вручную вот так вот удаляю, что мне надо. Раз, нажимаем и удаляем. Потом можете убирать так и вставлять. В том виде я показывал, многие не могут сделать здесь вот как вот то же самое вот так вот ставите и
2D, 3D, что хотите, поставите. Ну, здесь у меня сейчас тормозит маленько. Да, тормозит у меня просто-напросто. Вот. Смело поставили, и будет у вас все нормально. А вот эти буквы, естественно, я ставил в другой программе. Другую программу потом покажу. Ну вот, в принципе, и все. А, можете не стесняться скачивать. Все у меня работает здесь. Сами видите, все. Так, здесь, естественно, у меня эффекты. Все собранные эффекты, которые вам надо. Все, 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 все. Даже так, как музыкальные есть. Музыку можете сами добавлять уже по желанию. Это, да, кстати, заводские. Шаблоны также. Это через интернет надо, что-то забыл их ставить сюда. Так, вот, ладно, музыка. Здесь вот эффекты, которые вам надо. Ну, примерно вот так вот можете. Сейчас удалю. А что я? Да, вот раз ее. Да, кстати, если кто не знает, смотрите. И попер. Нет, маленькую сторону уберу. Видео будет тормозить, потому что запись идет у меня. Ну, примерно так. Ну что ж, не стесняйтесь, пишите. Я буду отдельно делать видео, то, которое, например, если как-то видео создать, что-то это, как бы, какие-то шаблоны сделать, что-то по видео, там, по фотографиям какие-то спецэффекты что-то сделать, пишите, я буду вам создавать видео, делать и показывать полностью, полностью. Объяснять, рассказывать. Ну, она у меня уже второй год стоит, но мне, честно говорю, нравится эта программа. Может, кому-то я ошибаюсь, может быть, для кого-то и лучше идет, там Sony, например, или еще какие-то программы более профессиональные, как там написано. Но прежде чем там что-то сделать, надо еще с год разобраться. Ну, я, конечно, сторонник этого, но не до такой степени. А здесь все интересно, все видно, все прекрасно для меня. Кому-то нравится, кому-то нет, но, по крайней мере, мне полностью удовлетворяет. Все, что хочу, то я и верчу. Здесь полный обзор. Ну, ладно, все, спасибо, до свидания, удачи. Подписывайтесь, не стесняйтесь на мой канал. У меня много там видео, не только по пинаклю и по всяким программам, что можно сделать и как можно сделать. Всем удачи, пока.